Всем добрый день! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такой красивый узор. Он очень нежный. Можно использовать для вязания детских вещей. Это односторонний узор. Так выглядит лицевая сторона. Так выглядит изнаночная сторона. Раппорт узора составляет 3 петли и 4 ряда. Сейчас мы с вами его свяжем. Я набрала количество петель кратное 3. И начнем первый ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 3 лицевые петли. Теперь при помощи вот левой спицы мы сбрасываем первую из 3 петелечек с правой спицы. Вот. Образовывается такой вот накид. И провязываем, делаем накид. Повторяем вязание. 3 лицевые петли. Первую из 3 мы сбрасываем. Делаем накид. Так мы вяжем до конца ряда. 3 лицевые петли. Перекид. Так. В конце ряда провязываем 3 лицевые петли, делаем перекид, и уже накида последнего мы не будем делать. Кромочную провязываем изнаночной. Второй ряд и все последующие четные ряды мы вяжем весь ряд изнаночными петлями. Так мы вяжем до конца ряда. Итак, третий ряд. Первую кромочную снимаем. Провязываем 1 петлю лицевой, делаем накид, провязываем 3 петли лицевые, первую из 3 сбрасываем, накид и повторяем до конца ряда. 3 лицевые. Первую из 3 сбрасываем, накид. Снова 3 лицевые. Первую из 3 сбрасываем, накид. Три лицевые, первую из 3 сбрасываем, накид и в конце ряда провязываем 1 лицевую петлю, кромочная, изнаночная. Четвертый ряд, как и все четные, провязываем изнаночными петлями. Вот так выглядит один раппорт узора. Я провяжу сейчас еще и покажу вам, как выглядит образец с 2-3 раппортами. Вот такой красивый узор получается у нас. Один образец, второй образец. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И всем хорошего дня. Пока!